Всем привет! Продолжаем знакомиться с языком Python и используем для итого игру Minecraft. Вот, и сегодня научимся строить вот эти вот блоки. То есть сегодня касательно Python даже не знаю, что будет новое. Вот, но по поводу API, то познакомимся с строительной функцией, которая строит сразу же много блоков. Вот. До этого мы использовали функцию setBlock, а это функция setBlocks. То есть мы можем указать одну координату, точку и вторую. И вот между этими координатами эта функция заполнит все указанными блоками. Вот я экспериментировал, пробовал это все сделать. И ого, как далеко разрушает. А как бить все время? Ну-ка. Так, итак, приступим. Что для этого надо? Ну, для этого, в принципе, подойдет весь этот функционал, что был в прошлом видео, потому что нам нужно будет определять направление. Вот это, в принципе, нам не надо. Строительство моста. Пусть оно останется в предыдущем уроке. Так, пусто, не пусто, наверное. Ладно, я пока оставлю, вдруг понадобится. Потому что я так краткий тест провел, но сейчас это все будем делать на ходу. Итак, что для этого надо? А, с чем мы еще познакомимся, так это с возможностью ввести какие-то данные в терминал. Вот здесь. Вот. То есть будем ожидать ввода от пользователя. Итак, для этого есть функция, специальная функция. В Python 3 не помню. Там, по-моему, было input rav. По-моему, вот так вот. Короче, в Python 2.7, по-моему. А в Python 3 есть просто функция input. Короче, сейчас мы с ней познакомимся. Итак, какая задача стоит? Задача стоит первая. Так, установим день. Очистить область перед игроком и за игроком. Вот. А задача 2, вторая задача, стоит возможность постройки здания. Вот. То есть у нас два действия. И чтобы каждый раз не перезапускать скрипт, мы сейчас напишем скрипт. И ввод действий будет ожидаться в консоли, ну или в терминале, да, и пользователь сможет ввести то, что он захочет. Либо он захочет очистить территорию перед собой и сзади себя, либо же он захочет построить дом. Вот, итак, приступим. Так, что для этого надо? Ну, как минимум, я думаю, вы поняли, что это уже заявка на два экшена. То есть первый экшен будет clear place, да, очистить пространство или площадь. И второе действие будет построить дом. Соответственно, для этого лучше всего создать перечисление. Так, action. Вот, и это будет у нас перечисление. И сразу же напишем. Первое действие это clear place. Можно, наверное, так. А второе это build house. Ну, давайте house type 1. Возможно, вы сделаете всякие тип 2, тип 3, тип 4 и так далее и тому подобное. Есть. Теперь, что нужно сделать? Теперь нужно как бы как-то прочитать вот здесь из терминала то, что ведет пользователь, и, соответственно, отреагировать на это действие. Для этого сразу можно написать функцию, которая будет называться вот так вот. Dev и get action from terminal. Вот так. Можно, конечно же, сокращенно писать, но я это пишу. Ну, обычно не очень хорошие функции, которые вот
очень длинные в названии. То есть это все можно сократить, но я не сокращаю в образовательных целях. Итак, что нам нужно сделать? Нам нужно ввести циферку в окне или в, око... ну, в окне консоли или терминала. Для этого... для этого есть такая функция input. В input мы пишем, что мы хотим. Ну, какой-то... сообщение для пользователей. Давайте напишем input. Ой-ой-ой-ой-ой, input. Input slash, slash n. Это перевод на новую строку. Так, чтобы у нас строка была многострочная, то надо здесь еще в скобочке заключить. И теперь можно делать вот так. Так, input. И теперь смотрите. 1. Clear. Вот, слэш n, а 2, это будет build, build house type 1, вот так вот. Дальше, функция input, она принимает, ожидает ввода в консоли, ввода чего-то. Соответственно, нам надо это значение во что-то сохранить. Равно, ну и так как мы ожидаем, что там будет введено число, то мы сразу же приведем вот это, ну попытаемся привести это значение к целочисленному значению. Потому что там мы будем вводить единички, нолики, двоечки, ну, все то, что будет вот написано в приглашении. Соответственно, при попытке ввести буковки, скорее всего, будет ошибка. И это мы здесь не обрабатываем, потому что это нам здесь не надо. Это у нас такое все ознакомительное. А потом, когда уже более детально будем изучать язык Python, а это будет... я это буду видеть по вашим лайкам, комментариям, репостам и т.д. и т.п. Вот там-то уже более детально будем изучать всякие возможности, в том числе и обработку ошибок. Так вот, теперь ввели значение. Теперь надо это все перевести как-то красивенько, опять-таки не в циферки, но циферки перевести в наше перечисление. Это сделать несложно. Так, если invalue равно единичке, то вернем сразу же e-action. Это у нас clear place. Вот. Иначе l-if input, да, input value равно двоечке, значит вернем return e-action build house. Вот. Теперь сразу же набросаем шаблончики двух функций. Первая функция у нас будет def clear place. Вот, а вторая функция будет def bui build house type 1. Вот так вот. Так, вот я написал уже clear place, чтобы не тратить время. А давайте на нее посмотрим, что такое за size. Size — это у нас как бы ширина и высота этого квадрата. Да, то есть, что я делаю? Я определяю координаты игрока. Дальше, грубо говоря, разделяю эту сторону квадрата, который будет очищаться, напополам. То есть, грубо говоря, у меня стоит игрок. И вот, к примеру, если... вот давайте 30 сделаем. Вот. Не, давайте 31. Короче, грубо говоря, игрок посередине, и сюда 15, 15 сюда, 15 сюда, 15 сюда. То есть в радиусе, грубо говоря, 15 все очистится. Но не в радиусе, в классическом, да, а имеется в виду, это квадрат такой будет, очищен. И вот смотрите, вот эта функция setBlocks. То есть я указываю первую координату, x, y и z, 1, да, вот они, я изменил. И указываю вторую координату, то есть я от своего центра, от игрока, плюс z и плюс x и плюс z по 15, да, делаю. То есть это, говоря, в одну точку. То есть пусть это будет левая верхняя. Ну, я думаю, вы идею поняли, да? К примеру, это левая верхняя точка.
А вторая точка правая нижняя. И, соответственно, между этими точками вот строится вот такой, грубо говоря, квадрат. И этот квадрат заполняется воздухом. Соответственно, еще я использую координату Y, потому что надо на том уровне, на котором я стою, и еще вверх на 8 позиций. Вот так вот. Аналогичным образом будет строиться дом. Сейчас я это напишу и объясню. Итак, вот как выглядит функция построения дома. Смотрите, мы строим больший блок и заполняем его камнем. А потом его как бы уменьшаем на 1 со всех сторон, кроме там первоначального Y, да? И вот то внутреннее пространство заполняем воздухом. Вот, и вот так вот у нас получается такой куб, внутри которого есть воздух. Направление. Направление определяю только 4 стороны света, диагонали не направляю. Соответственно, желательно... О, я тут проверку на ошибку не сделал... Ну, точнее, не то, что ошибку, а проверку на то, если смотрит по диагонали. Короче, фишка в чем? Я думаю, вы это сделаете сами, ну, если это вам будет интересно. Фишка в том, что я опять-таки определяю, куда смотрит камера игрока, и нужно четко перед камерой, грубо говоря, поставить дом. Но я четко перед ним не ставлю, я просто впереди него это делаю. Вот. Впереди игрока. Поэтому по диагонали вы можете попробовать это обработать, либо же, ну, если оно вам надо. Вот здесь в самом простом виде. Самое главное, чтобы дом оказался перед игроком. То есть надо смотреть на 4 стороны света. Вот если по диагонали смотреть, то получится какая-то ерунда. Я даже не тестировал и не пробовал. Короче, не суть важно. Размер дома 6. То есть 6 в высоту, ширину и длину. Давайте больше сделаем. Давайте. Не, ладно. Не. Да, не, да, не, да, не, да, не. Вот так вот сделаем. Во. 8. Так, есть. И теперь смотрите, что тут нового? С чем же вы познакомились сегодня? А познакомились, наверное, только с тем, что есть input. И сейчас мы задействуем это. И есть функция в этом API setBlocks, да? Где мы указываем одну координату и вторую. Между ними все это пространство заполняется вот этим. Так, и давайте же вот так вот сделаем. Получим все это. Так, action, action равно. Get action from terminal. Так, ничего ж вроде передавать не надо. Вот, и теперь сейчас так, сделаю таймер. 2 секунды. 2 секунды, и вот сейчас сделаем... Или нет, давайте вот так вот. 2 секунды, а потом, ну, чтобы я успел переключиться и посмотреть вживую, как строится дом, ну, то есть, как он появляется, либо как очищается пространство. Так, и первое, мы проверяем, если action равно eAction.clearPlace, то мы вызываем функцию clearPlace. Очищаем пространство. L if action равно eAction buildHouse, то вызываем функцию buildHouseType1. MC, Minecraft, короче, без разницы. Так, давайте, вроде бы все. Сейчас, нигде ли я не втыканул? Вроде бы нигде. Ну что ж. Давайте запустим Shift F10. О, вот, смотрите, вот терминал. И вот здесь ожидается, что я что-то введу. Кстати, нет. Тут тоже надо slash enter поставить. Вот так вот. Запускаю еще раз. Так, вот. И вот здесь будем вводить. Так, вернем день. И погнали-ка, вот я тут тестировал, погнали-ка, сейчас почищаем пространство. Ух ты, я думал, по веткам нельзя. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фух.
Давайте где-нибудь вот здесь сейчас почищаем. О, вот здесь почищаем пространство. Так. И давайте становлюсь вот здесь. Смотреть тут без разницы куда. И нажимаю 1. И смотрим. Бэмс. Как вы видите, пространство было очищено. Ну, давайте пойдем дальше. Давайте пойдем дальше. И я сейчас еще очищу вот здесь. Еще раз 1. Так, опа, опа, очистили. А теперь давайте попробуем построить дом какой-то. Так, теперь смотрите, как я и сказал, нужно смотреть на одну из сторон света. Нужно смотреть, вводим 2. И сейчас, по идее, должен... О, смотрите, построился дом. Есть. Прорубаем вход, и, как вы видите, внутри он заполнен воздухом. О, воздухом, блин, круто, смотрите, я понял. Мне не проходило это в голову. Давайте сейчас не воздухом заполним, а водой. Вроде лава еще есть, да? F10, Shift F10. Так, давайте я вот здесь попробую построить этот дом. Вот он. И попробую прорубить. Бжма! Ё-моё. Короче, выливается вода. Давайте я еще тут прорублю. Блин, 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 блин. Мне интересно, знатоки Майнкрафта, вы мне скажите, а она там уменьшается или нет? А ну-ка. Она, наверное, там не уменьшается, эта вода. Наверное, нет. Ладно, давайте я прорублю-ка. Смотрите, еще вот здесь. Все. И попробую очистить пространство вокруг себя еще раз. И на этом, думаю, закончим. Так, ого, ого, ого. Переключаемся. 1. Что произойдет? Произошло то, что вон вода льется. Можно рыбу пособирать. А это какая-то неправильная вода, да? Так, ну давайте попробуем еще последний штрих. Лава. Вон. Ой-ой-ой-ой. Лава. Можно создать, кстати, игру, которая будет случайно строить дома с случайным наполнением. То есть, грубо говоря, там будет где-то одна лава. То есть, либо лава, либо какие-то сокровища. И можно будет поиграть. Вот. Давайте я сейчас попробую этот дом построить и посмотреть, что будет. Помру я или нет? Вот он. Бэмс. И что, она не это? Она медленно вон выплывает, а если я в нее стану, то я начинаю гореть. Ого, но так как у меня режим Creative, то я не умираю. Я понял. Да, можно создать такую игру. По идее, здесь есть функционал API. Это я что? А, это походу лава, если с водой сталкивается, то получается она охлаждается и получаются камни. Понятно. Короче, можно сделать игру, есть функционал получить всех игроков, к примеру, и можно этих игроков куда-то телепортнуть в какую-то зону. Вот, вокруг, к примеру, построить вот такой забор. Если не прорубят дырку, то там лава будет. А внутри, например, какие-то сокровища, маленькие домики. И задача игроков найти эти сокровища, там, ну, какими-то, может быть, хитрыми способами и все такое. Вот. Но где-то может быть лава. То есть это одна из идей на игру. Тут, в принципе, с этим функционалом можно придумать очень много разных интересных таких вот типа игр. Вот, ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока!